Разрешите вас поприветствовать, уважаемые подписчики и зрители канала. Меня зовут Рааавис, и мы продолжаем играть в War Темный Проект. В последней серии нам удалось пробраться в эту коммунальную гробницу, где тесно ютятся несколько членов благородных семей прошлого, но... Я не могу просто. Члены благородных семей. Которые понаставили кучу ловушек. К тому же в предыдущей серии мы возненавидели камни. Особенно такие здоровенные валуны, которые падают на голову. Не бог весь откуда. И пугают людей. Ну, слава богу, нам удалось увернуться от одного из них. Вот. Ну... Какая мерзкая тварь. Так, ну мы продолжаем поиски этого артефакта под названием Рок Квинта. Надеюсь, что нам удастся все-таки до него добраться. Да, помещение не самое приятное. Так, ну что ж, давай наши навыки. Да я просто крут. Отлично. Тот, на кого стражи обратят свой взор, допадет замертво. Что-то не особо нравится это. Да, отлично, просто замечательно. Опять спускаться вниз. Черт, нет! Дважды. Ну вот, пришлось. Вы не поверите, сколько раз я там погиб. Тот, на кого стражи обратят свой взор, допадет замертво. Блин, да как же... Так, что-то... Ой, что-то происходит с FPS. Так, ну что ж, прошли через этот адский коридор. У меня еще, к тому же, почему-то адски начало проседать FPS. Пришлось перезапустить игру. Так, ну что ж, тот, на кого падет... Взор статуи сразу же погибнет. Но я не хочу погибать. Блин, да это невозможно. Может как-то здесь... Блин, тут же вот этот вот мужик стоит. Ой, блин. Ой, напугай. Это превращается в какой-то идиотизм. Так, все, спокойно. Это уже начинает реально напрягать. Я сделал так, что они вообще меня видеть не будут. Так вот. Что, где-то есть еще? Реально бесит уже. Да вы, блин, издеваетесь, что ли? Можно было просто перелезть через это. Окей, давай сохранимся. Да. Да ты что? Да пошел ты! А! Давай лезь! Давай убей его! Откушал, да?
Вот так вот надо бороться. А это что? Вот это круто. Ой! Телепортация. Ладно, хорошо. Назад, назад, все. Камень у меня. К черту все это. Гаррет, господи, куда же мы с тобой ввязались? Это было... Ладно, это было странно. На самом деле, очень много раз я там погибал, и много раз... Самое главное, я очень много раз пытался, честно пытался добраться до дна вот этого колодца, в котором столько этих перекладин было. Потом через статуи очень много... Ну... Это просто кошмар был какой-то. Если кому-то интересно, я могу сделать... как называется это? Подборку смешных кадров. Смешных сцен. Это с помощью монтажа. Так, ну, здесь мы явно были, наверное, не были. Зомби. Так, ну туда я уже прыгал, походу. Что здесь? А, да, я отказался идти в эту сторону, поэтому пошел в ту. Какой дурак увернется от такого. Опять норы буриков. Ну ладно. Бурики, по крайней мере, лучше, чем ловушки или зомби. С ними веселее. Эй, бурики! Че я делаю? Зачем я это сделал? Ай! Ай-яй-яй! Ай! Иди сюда. Тварь. Так, все. Кажется, я всех сагрил уже. Ой. Зачем я это сделал вообще? Не могу понять. Этот гул. Хорошо, что я не боюсь прятаться. Да ладно. По-моему, мы... Ладно. Что-то действительно очень корявая серия. Так гудит сильно вообще все. Значит, мы очень близко к Рогу. Рог уже совсем рядышком. Ждет меня. Ух ты. Глубокий колодец. Вот и он. Полагаю, это то, что мне нужно. А, так это он гудел? Через него шел ветер, и он дул. Прикольно. А вот это неприкольные звуки. Thank you.
хватит проигрывать, пора... Пора уже заниматься более нормальными вещами, а то с этими проигрышами просто кошмар какой-то творится. Не, серьезно, ну, сколько можно? Полагаю, это то, что мне нужно. Все, пора сваливать. Эй! Вот. Так. Что? Черт, они еще сюда пришли? Да вы, наверное, издеваетесь. Получайте. Так, и как мне теперь отсюда выбраться? Попробуем пробежать, как обычно. Хорошо, что я не люблю прятаться. Так. Пока, тупое животное. Ух ты. Хорошо, что они кусаться не умеют. А только отрыгивать какую-то зеленую гадость. Блин, где выход-то? Ой. А где выход? А, вот он. Отлично. Тут их целое гнездо, этих буриков. Ненавижу буриков. Это теперь моя самая ненавистная форма жизни. Ловушки? А, я думал, они прекратили работать. А, они продолжают. Продолжают трещать. Трещать, то есть трещать. Так, интересно, сколько всего я вообще прошел? Блин, я надеюсь, это обвал не из-за того, что я рог забрал. Так, что нам еще следует сделать? Украсть драгоценный камень душа мистика. Еще надо наворовать на 2000 монет. Надо найти этот камень, во что бы то ни стало. Здесь понадобятся стрелы с веревочкой. Предстань передо мной, вор, не то пожалеешь. Что-то мне не особо охота представать перед тобой. Давай-ка, сейчас мы спрыгнем и сразу за угол. Боюсь вот этого вот. Стрела с веревкой. Ой-ой-ой! Все, нет у тебя больше твоих мега-алмазов в глазах. Хорошо. А веревку оставим для каких-нибудь других искателей приключений.
Что ж, это было круто. Я слишком много смотрел Индиану Джонса. Меня на такие ловушки не купить. Кроме разве что на падающие камни с ним. Темный мрачный коридор и большая расщелина вниз. Я выбираю темный мрачный коридор. Ух ты. А, это выход. Надо запомнить это место. Что ж, мы сюда еще вернемся. Я думаю, падение будет долгим и страшным. Вперед! Ага, здесь мы уже были. Подобрали золотую руку в предыдущей серии. Но я так и не нашел этот второй камень. Да. Просто удовольствие искать этот камень повсюду, да? А. Здесь. О! Еще бы чуть-чуть, и угара-то бы не было детишек. Вообще-то не смешно, конечно. С такими вещами не шутят. Я вот полагаю, нам нужно тут попасть туда. Сохранимся и... Это было как в кино. Стой, мы же там уже были. Блин, неинтересно. Ну ладно. Так, что у нас? Блин. Что-то я запутался уже. Да, мы были уже там. Что теперь? Я думаю, стоит пойти туда, хотя мы там уже, наверное, были. Так. Марат. А, да, мы здесь уже были. Ну ладно, думаю, на этом мы, наверное, прекратим эту серию. Спрячемся поглубже. А в следующей серии мы продолжим поиски последнего камня, который нам, по сути, уже дает. Если он так дорого стоит, то он наверняка уже дает возможность получить сокровище на 2000 монет. И, соответственно, мы пойдем к тому месту, где мы видели выход, чтобы не пробиваться к тому месту, где, ну, сами понимаете, где куча этих... зомби, буриков. Ну, что ж, ладно. Надеюсь, вам понравилось.
оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Рара Авис. Всего хорошего, удачи вам. Пока. Ладно. Соберись. Да что ж такое-то? Давай. Нет, нет! Ау! Да что ж такое-то? Что тебе надо от меня? Да чтоб тебя, твою мать! Я не знаю. Я это походу сам уже делаю. Чё? Да что ты? Так. Не, ну что ж такое? А, погоди-ка, у меня же есть зелье скорости. Ай! Ау! Ау! Ау!